Пошли трэш Да. чистить. Влада доберем потом, что-то он и как. Но если бы Влад был бы, типа, он уже отписался, да? Типа, он, значит, просто чем-то занялся. Это я могу тупить, а тот тупить не будет точно. Бля. Бля, вчера так я был еще приятно удивлен и приятно заебан во втором рейде, типа. Короче, пошли Грульмаги КМ снесли за час. Вообще просто пролетели, ебнись. И еще за 2 часа дошли до оперы, понял? Ну, типа, Каражан должен был быть сегодня, его отменили. Будет аж только в понедельник, я такой довольный. Не сегодня. Сегодня ИВК должно было быть и будет. А, у нас сегодня 2 РПА. Ой, в неделю Каражан пизжу, да. Неделю Каражан, короче. Его не будет, он будет в понедельник. Короче, у меня сегодня нету вечерних РТ, я так довольный. Ваня сказал, ВК будет его сегодня. Андрюш, сколько процентов? Да не, это у него будет ИВК, а не у меня. У него ВК будет на этом, блядь. А, у меня, блядь, сейчас лагает, ебаный вот, я забыл, блядь, Во. У Вани будет ИВК, он идет уже на этом, на варе с ним танчит. Типа, первый ВК уже закрыли, типа, еле закрыли, блядь, тоже, Ануба. Там сколько, блядь, 6 попыток в конце хуярили. А плащ с мороза нужен кому-то? Да. Ого. Андрюш, сколько у тебя процентов? Девяносто пять почти. Финиш. А? Финиш. Ну да, да, финиш. Если бы сегодня не играл бы, блядь, вот поставил бы закачку, проснулся бы, блядь, ночью, уже встречал бы нахуй. Еще проблемы. Каражан. Нужен тем временем. Зачем портить вчерашний Каражан с сегодняшним? Не понял. А, вчерашний Каражан сегодняшний? Да. Еще подальше отведите там херню, ты все жопу. Ну, бля, скажу честно, типа, ну, типа, да, там прогресс, пацаны быстрые башат, типа, ну, и нас тоже быстрые башат, типа. Но тут дома, понимаешь, тут дома. Mm-hmm. Там я не знаю, там у них я в Дискорде говорить не могу нормально, у них я там лагаю, пиздец. Они там сидят, пиздят, я как чучело, блядь, где-то в чат пишу нахуй. Я сегодня, Андрей, закрыл расколотые острова. Все сделал. Я первый этап пройден. Эй, установи аддон. А? Установи аддон. А ты, кстати, ты поставил хотя бы, блядь, один мадон, один макрос, я хуй его знаю. Макросы у меня все есть, которые нужны. На ДБМ-пул у меня тут, конечно. ДБМ-пул я вручную пишу. Это Петя себе открыл, короче, понял, кстати, он рандомно сделал. Я понял. Примерно. Саня или Петя, сколько у вас силы? Пала всегда больше сил. Я не знаю. 2700 где-то. Ну, все, тут. Ну, мне любой баф апает значительный. 2600. 2700. Значит, сильно апает? Тебя языки два теперь? Я не знаю, какой. У меня сейчас силы 3000.
Кому просит будет больше, тому и закидывать буду по мане хел. Так мы и так в одной группе. Не-не-не, тогда не так работает. Ну позакидывай мне, я типа хожу, был смысл. Я тебя и закидывал, я тебя в трэш постоянно. А, наговская хер знает, у меня вроде апка, но только на бурсе. Ой-ой-ой, сегодня малиги с отсюда нас рейдим. Все вместе. Читаю дик челосов, ПГ Жобас тупо. Жобас? Да. Мат. Ваня, у тебя есть вины? Гоу тоже к нам. Винами какие. Ну, сова еще есть. Там сова скажет у меня нахуй. Не такая, как у тебя, не знаю. Такая же, блядь. Да, сова закрывает копыта хотя бы, так что и надо мне. Где эта сова закрывает копыта, блядь? У стенки стояла, закрыла или чё нахуй? Тогда. Ну, блядь, я тоже так закрою копыта. Хоть раз прохнула на тебя. Нет, что я стоял в пачке в горизоне. Ааа, ну заебись. Вон вчера на Элиса этого прокнул, блядь, выбежал нахуй, умер сразу, даже там сколько он. Зашел в комнату, 10 секунд даже не прошло, блядь, он вылетел с комнаты. С трупом уже, блядь. Мне кажется, он типа резонно подошел к этому черту и за трещину отвесил. Угадал. Опа, жить, вой. Понял, весь? Ведь понял. Вчера этот Кирилл, пиздец, у него там жопа сгорела с этим Канона, взял на свою голову в рейд. О, нормально. Ну, бля, лут, бля, все, выносят все нахуй. А я думаю, блядь, нахуя я ставлю тотем, блядь, танку, когда, блядь, хватит? Знаешь, какая хуйня, типа, вот у меня такая же хуйня, когда я рейлил на S2. Все, блядь, что-то выносят, я тоже, блядь, нихуя не носил. В самом конце уже начал, блядь, брать шмот, уже начали набежаться. О, блядь. Да, я рейдил на катаклизме, где не было никого и ПГП, и всегда шли фулл ролл. И меня как-то ты уже... Ты вообще хапуга, блядь, пиздец. И там, и тут, блядь, сунешься нахуй, там заберешь что-то, нахуй. Постоянно где-то, блядь, меня сунешь носом. Меня просто заебали с этим. Топором. Типа ебучий мира я полутал мой топор. Я сейчас реально уже выбесил. Ты нормальную валибарду все раздал. С РПБ? Ну заебись, бля. А похуй на это РПБ, блядь. Два белых. Ой, блядь, два белых сокета ставишь. Когда два сердоля ставишь и похуй еще. Белый урон есть, все, пиздуешь. Бля, что ли Петя сложил они? Петь сорян, там никак не спас. КД у танка, блять, не бейте. Я могу трэш потанчить и все. Да давай, а то тут просто я Петю больше никак не спас, блин, перечницы заловили. Если там войдут, заебывается вот тыкать кнопки, я могу просто одну потыкать и все. Шо в соле одну, что там в одну нахуй, все. Залей мне лучше инер, сука, меня уехал конь. Спотнул. Вот ебашу, смотри, вот без пизды, ебашу, весь фулл каст. Хоп. А не, есть, ясно. Андрей, бей коня, чё ты уешь? В смысле, блядь, я машу руками, видишь, давай, такой, блядь. Ебашь его, ебашь. Я вот смотри, хоп. Я надеюсь, правда, только солнце у меня пропадет к моменту, когда босс из топа. Пропадет? Солнце. То в лицо я... прям херафит. Я себе проблему. Изобрели в 15 веке, наверное, шторы. А у меня нет. Если в твоей квартире сниму. Шарик, сделал ты, знаешь, что типа строители шапку с козырьком делают? С бумагой, блядь, типа, с газеты.
Не-не, лучше из фольги себе, Андрюха, из фольги тупо. Толпак такой. Ну, да, либо с твоей прикинь, жена знакомится с тобой, да вообще думать не подумал, если чувак. Шапочка да. Шапки. Ну да, чтоб 5G не ебануло. Так не пиздись, а? А? Не пиздись, это вот. Да я вообще, бля, вот бегу, ну, бегу, короче, смотрю вот эти фреймы, хуйня, где у меня плывет все в глазах. Конечно, во сколько, начнем с того, во сколько ты спать лег? А давай с этого не будем начинать, там. А я бы с этого не стал. Я ремонтировал сестре ноутбук, и при этом еще не доремонтировал. Он сейчас новые драйвера сидит там качает что-то. Ноутбук сидит, качает драйвера, охуенно. Опа, минус на кости. Да ёб твою мать. Главное, что войс я живой и два хила живых. И все, это самое главное. Так войс в том-то и дело, его не бьют. Войс да не бьют. Ну а ему что? Он тебе просто стоит. Да. Пока вы так бежите из склад бона, я, блядь, агро как раз наберу ему. Так. Давай пока вагона возьмем на первого босса. Воды нет. Хотя ему кольцо надо с этого босса. Ай, блядь. Набери ему, может, он это, короче. Вот. Какого вагона? Ну я ему. Я хочу только хайпа взять на этого босса, ну или кого-нибудь. Бери. Одного. Ну сейчас воды наберу, ему ж просто. Ему бы Т4. Ну так-то Чернобылю нужно. Чернобыля... По факту его не надо. Да ну. Да не, это уже бред. Я лучше на хэтвал тогда возьму. Да? Или Женю себе. Вообще хэтвал можно носить, если надо. Да, но когда есть... Когда или есть как... метисты, да, 58-е из с огорода. Или их два можно отсюда с этого босса носить. Да. А, ну это да, бред. Ладно. Андрюхи на салуты. Беру. Сейчас вообще половина шмота можно с огорода одеть и не летать. Только эти токены. Так мне что, вообще в коруге ходить не надо? Ну я образно говорю. Чё, ты звонил Владу, Ваня позвонил? Бегу к курну пока. Влад в магазин отходил на 10 минут, но что-то уже минут 30 как прошло. Эти 10 минут. Ходил, купил хлебушек, как раньше, сел, Но он все равно пока не отвечает. Ну что, добираю кого-то на первого босса или как? И что делаем? Как не точно, надо по-любому добирать. Идти пока. Надо идти. С твоим кольцом хотите добрать? Нужен один вот. Человек. Вот, зашел ШПДЦ, давай берем его. ПДЦ? Есть? А. Ладно, ходя. Санечка. Нет, так можно с гильдии кого-нибудь возьмем. Вот кто-нибудь будет. Только не прям вагона. Не, понятно. О, сагрили трэш. Ой, я никого не агрил. Сагрили трэш сзади. Ебать, меня шот не будет вообще. Нет, заберите его. Там... Есть бегающие на одного босса пока что.
Ну, я не знаю, может Сайс возьмет, там перчатки надо, может ему петь, перчатки надо, нет? А ты здесь? Он не сердится. Сейчас не сердится. Ну, я смотри, Петя. Петя 260-й, кольчужный. Я не знаю, будут надевать. Ну, Петя вроде капли собраны. С помощью этих перчаток. Мне нравится. Ну, типа, я слышал, что Стас не сможет пойти в понедельник, потому что он же говорил или не он. Он даже играть не сможет. Только по выходным с нами играть. Ну, так вот, и возьми его на перчатки, пускай идет. Петя, ты тут? Да. Тебе перчатки надо? Какие? Ну вот падает тут на эти кожи два сокета. А что спрашивает? Ну типа, чтобы Сайса взять на первого босса. Ну, можно взять что-то. Мне не надо. Ну, он бери Саса. Стас не отвечает. Он зашел, наверное. Его дискорд надо. Где он? Где он? Дискорд нет еще? Я уже нашел, кого где. Кого? Артема ловил. Давай. И опять одни милики. Ну, тогда скрытно. Нет. На первого поза нормально. На первого поза. На морозе мы заклюкаемся. Бегать. Почему? Ну, милики долго бегают, все равно. Да на, не, типа, его надо бы менять 100%. Типа, ну. Я не писал, что на него поза. Привет, пацаны. Здорово. Расставляй, друг, метки. Да, естественно, чешу. Санечка. Нахуй. Друха, завтра соберешь второй рейд? Нет, конечно. Почему? Я спать буду, блядь. Я продолжу. Так поставь позже на 2 часа. Ты сказал, что поможешь с этим делом, когда я попрошу. Вот я прошу. Ну а ты уже в понедельник там, я, блядь, приду. Вторник, понедельник. И будет до проноса. Я там дальше продолжу. С тем рейдом. Давай завтра после 12 ночи, нахуй. В 2 часа дня. После 12 ночи. Ладно, короче, если надо, блядь, встану, похую. Смотри, короче, поет. Третью фазу танчишь её вот здесь. Ебаном в эти ворота, короче, понял. Вчера там показали тоже фичу. Вот, и... Первую фазу начинаешь здесь, в трещине, чтобы не заевайдился, мало ли. Потом, блядь, ведешь, напоминаю, ставишь его вот сюда. Типа вот напротив вот этой, блядь, видишь, трещины в стене, блядь, ставишь его именно сюда. Не в упор ставишь, а именно вот, блядь, не знаю, может, вообще лучше было видно, но... Это вот так вот. Он вот так босс стоял у тебя. Похуй, где ты будешь стоять, главное, чтобы босс стоял так. Так, тогда завтра ты соберешь второй рейд, надо поставить потом заметку. А есть у кого масло на эту? На СПД, а то я не купил, деньги отдам. Сколько там идти должен, Вадим? 300, да? Так, рыбу хавать, сапроты петь, сами СПД ебаш. Я уже сапрот выпил. Чё у тебя ХП, блядь, я не понимаю, нет вообще слова совсем, ты что, блядь, как это? Про меня? Ну, при слабафане. Присты худые, беса нет. Не, так у меня 27 тысяч КП, блядь, у приста. Окей. У меня 25. У меня 27. А вот и боевичек. Вот и боевичек. Все,
Не принимай КД, Артём, тогда лети. Спасибо. Молодец, спасибо. Был очень продуктивный проект. Ну это самое главное отзывчивость, типа. Да, это да. По моему ДЦ есть 1% минус магического урона, так что... Да и нормально, все, я не парюсь по этому вопросу. Давайте удачу убейте, чтобы завалили его. Потом лапы принесете мне его. Спасибо, Артём, спасибо. Как я даже не знаю, что добавить после этого всего. Спасибо. Как минимум надо сказать. Да я запутался, нахуй. Короче, ты диспелить будешь? Это, имеешь, я буду диспелить. Я что умею, чушь, я тебе и сказал, как диспелить. Не ты мне сказал, как диспелить. Мне Петя с кем-то научил, помню точно. Я же тебе сказал, что дух отходит. Отходить мне лично. Да какой дух отходит, блядь. Там меня вообще научили диспелить просто по воду, нахуй, как топчики, нахуй. Да я подиспалю, чё вы, блядь, я подиспалю. Ну, сегодня вопрос, окей. Да тут шары выкатили, у кого больше. Давайте быстрее только делать, что там, чё, как ты бьёшь, как вы бьёте? Бойчик, сумоним, чё сделать, нахуй? Я уже поел рыбу, блядь, и всё сделано. Масло помазал даже. Я бегу, короче, потому что... Ой, сумоните, пожалуйста. Так тебе просто релок надо было сделать, тебе же нет, быстро релок. Сделал уже. Идите сразу сюда. Андрей, вы на второй фазе все в квадрат становитесь? А? Вы на второй фазе? Да. Да. Когда два моба вроде только эти милики... Мой, сопрот пей, а не хп это ебаные. Сопрот? Да. Ничего. Я сон висит, потому что скаф пропал. Да. Поэтому попросил тебя сразу. Да, на еще одну рыбу, короче. Одну рыбу на. Так, у меня еще штурегов не осталось больше на этот. На что? На пристабах. Ну потом. Ого. Откуда это все ответит? На второй фазе где его держать? Ну, бля, смотри, первая фаза, видишь, вот трещина на полу, блядь. Короче, держишь где-то его тут, чтобы он заевалился. Вторая фаза, просто ведешь его, вот, блядь. Пиздуешь прямо с боссом, ловишь именно мелкого босса. Он разделится, ты же был тут. Разделится, ловишь его, сюда ставишь. И поворачиваешься просто, и все. Чтобы он не клевал. Типа, чтобы милики били, да? Ну, именно в крест его поставь. Вот сюда вот поставь босса, и все. Третья фаза, просто ловишь коня, блядь, и ставишь вот так его, вот. Тоже вот, ебал он туда. Все. Чего сложного нет, блядь, готовность. Или ты за ДК не играл, не знаешь, как играть, или чё, я хуй знаю. Так почему я танчил этого пидора, только все по-разному? Хуй, что тут разное. Ладно, не важно. Ну, главное, что ты понял, это важно. Чек на пул. Все, все готовы. Поехали. Брусты не сдаем, блядь. Сдаем брусты на второй фазе. Под ебалом не стоим, да. Для музыки никого не хватает, пиздец. Антошка, пойдем-ка. Антошка. Тихая ночь, только ветер свистит.
Саша без пэля. Разбьёшь ему весь настрой. Скажите, вы тогда как дисплеить? Ёпа, если есть какой-то секрет. Получается, на цель агро вешается. У тебя дона нет, у тебя это не поможет. Выбойте, я буду там видно. Можно сделать отображение агро. И появляется агро на этом посылке. Тотем убрали, тотем убрали, приготовься ловить моба. Вот его идут. Словили. Они сбежал. Кто-то стоял возле помощи. Стоп, короче, смотри, вот здесь стой, короче. Если он тебя отбрасывает, постарайся пойти вперед. Если типа, ну, прям сильно запинает, то уже с этим механизм не сделаешь. Да, он еще и выйдется, когда здесь кто-то стоит. Вот к ней сбегают с края. Ближе к боссу подбегайте. Когда... Да, не заходите наверх никуда. Вот просто стойте рядом тут с Войдом и все. Ничего не надо бояться, он словит нас. Блядь, пусть я такая палка красивая, ладно, вот потом тоже. Кто у нас? Кого там чё? Ой, хуя, я 9 тысяч дал каким-то образом, нихуя себе. Звезды сошлись или что? Линию новую выбил. Ты с ней бьешь? Не. Я распылю так нахуй. Все, ты это, вечно пламя один. Да ну. Не тот спель за диспельный. Танечки. Нахитил. Бывает и такое, а чё? Прохиливаем тогда. Долгим. Опа. На городе. Ну и на ком сейчас опять хики воет. Вот дисплей хики и воида, блядь. А я и того дисплею вообще уже. На вроде. Я, блядь, че. Просто вы говорили, на танка не кидается. Я такой, ну, на танка не кидается. А он в ДД зоне стоит. Все, стали под раз. Под раз стали. Понятил, ёпты, мать. Все, делай. Вот для кол и коня хуяри, ебаный рот. Так. Блять, желтый джек на путь. Берегитесь. Да, теперь желтый джек. О, пропнул, нихуя себе. На нахуй. Ну вообще перчатки можно. То есть. Что вы? Вообще перчатки можно взять на потестить. Влад, Чернобыль, кому ФС-ку закидывать? Чернобыль скинуть. Ну я Чернобыль скинуть будет. Не тоже нормальный мат. Ну, блядь, кто говорил, что просто, это уже все неплохо. Берегитесь. Андрюхи поиску кидает. Да не, нахуй. Поебывай за фэнсэл. Нет, надо же как-то салу разогнать. Я не знаю, ее надо с Малорана разгонять, понимаешь? Чтоб спрыгнуть вниз и, блядь, и нормально было. Опачки. Наверное, подошли. Вставай сразу забафайте его нахуй. На фулл подбирай. Никотина у тебя нет. Готовься это, давай боб по стибиди, короче, а ты по себе зубы сдай. Да. Да коня рано мне. Все, лови. Отворачивай сразу, просил рейд. Где мы стоим? Там вот же стоим? Стойте, напротив, бля, не вводи далеко, ладно, сейчас первый голуб сделает, короче. Я тебе метку поставлю сейчас, вот смотри, вот там его танчишь. Ловишь после, короче. А то я подъебал, уходи только. Все, вот ловишь, поворачиваешь туда, в ворота, все. Бля. Теперь я могу ДПС, где мне кнопки на стол. Сколько Саш ПС? Уже есть. Давай.
А что вы понимали, я за весь бой, короче, только раз, два раза торфол нажал, нахуй, ну сколько я куплю, бля. Никотина ёбнул, не упали. О, галер? Давал. Поднесал, видимо, ключом. На нем щит был. На Чернобыле не знаю, уже может как раз закончился. Но вот на Никотине был щит. Я каждый топ отловлю, чтобы вы понимали. Просто каждый нахуй. Топчиком не был бы заниматься. Топчиком не был бы, если бы не ловил. Не, ну просто честно, вот сейчас на похуях. Вот. Так так и должно быть. Ну, как бы надо расслабляться. Да дело не в том, что расслабляться, дело в том, что я не могу, блядь, раздуплиться. Не хочется спать в 6 или 7 утра, или во сколько ты там, где есть. Ну-ка, удиви меня. Андрей. Да где? Где-то в 7 утра, да, ты его дал, ну. Я за всю жизнь, кстати, так рано не ложился. Ты, блядь, я промолчу, ты так встаешь, блядь, что я хуй, да так люди не встают, ну. 5 утра только, блин. Сразу скрываешь на беговую дорожку. Не FPS-ка. А, Влад, Чернобыль, кто? Андрей, я у соседа петухи еще спят, блядь, с курами, нахуй, ты уже устал, нахуй. Там петухов будет. Так, лучшая, топовая. Надо знать, просто. FDK. Кстати, смотрите, 200 тысяч я вешу на него, как называется, вот, волшебный огонь, поняли? О, вот и кольцо для него надо. О, я пришла и победила. О, уже не такие есть, значит я выйду. А, ну, смотрим. Суны. Так тебе и уйдет. Так нет, ну у нас как бы вот два аэропала, два паладина тут, так что. Пусть Майдик забирает. Отдай Владу кольцо. У Чернобыля меня на прошлом КД или на позапрошлом отдал такое же. И только Влад идет он. Или Вэнь. Жене, по-моему, есть такое же, ну, Влад пусть выбираем. Так. Вот. Чё, да, веди глазом сюда, там 3-4 парка. Совсем, пошли, и вот сами туда. Ну чё, было бы интересно, весело. Сами бы пошли бы, да ещё. Ой, блядь, тактики, галактики. Блять, ну бежите, бежим назад тогда. Давайте назад, чё вы? Я побежал. Ладно, ну я тебе кольцо уступил, с тебя растопить мне руки тогда. Стану бы. Так мы сюда это всё оружие забрали. Де-де-де-де-де-де-де, я вчера был, сегодня по-другому. Андрюха, я посмотрел на вашего мага, но извини меня. У парня только одна шмотка не бисовая. У меня две шмотки только бисовые, и сколько, у нас 18, у него одна. Смотрите, так это Asus появился только недавно, типа его ж не было, блядь. Ну у него весь шмот бисовый, говорю. Так при чем-то, ну, его недавно только появился, блядь. Ну типа я к тому, что типа мы без него убивали, типа. Мы убивали с Ридом в Леме, который, блядь, давал сколько там. Сколько Ваня он давал? 5 или 6 тысяч ДПС? 6. А? 6 тысяч, да. Ну вот мы с ним убивали, ничего. Че, пошли наверх, тут нет, место есть я... уже. К бурсту 40. Так ну, типа, вообще про это вообще похуй. Типа. Ой, блин, блин, блин. Я сажаю, вообще подумываю сказать Риду, чтобы хилил, самому заходить от гнева.
Чисто поэтому. Да, он что-то там вот этот Ваня, Володя обиделся. Я хуй заткните девочек, там встречали. Сидит бу-бу-бу вот это вот. Что вы на ком уже? Мы на морозе. На морозе? Приходите на меня завтра, если получится. Завтра Андрей будет трой рейд собирать. Собери. Я вот тебя засейвил. Да у меня переезд, я хату уже взял, в итоге, и вообще, не до этого. Ну, как получится, приход получится, приди. Мы, кстати, вчера по схему бы убили, 6%. А ну, почти 6% поставили. Там немножко косякнули, и так бы, может, затыкали. Да мы с помощью бага его так убили. Да я просто без думал... Без бага убили мы. Ну, думал, тоже было. Я думал, что место уступить. Там это пуха падает. Ну ладно, завтра на час так же, да? Да. На час, Андрей? На час. Два. На час. Да не, просто не. Завтра в понедельник мне вставать, блядь, в 5 с копейками утра. Я там до 16 буду сколько сидеть. 16, там 10 максимум. Толку там от меня, понимаешь? Ну, начнешь рейд, потом уйдешь, тебя потом заменят, нормально. Ну ладно, тогда пошел. Мне так нравится, Саша всегда все так просто. А что говорит? А кто сказал? У Саши всегда так все просто. Ага. Ладно, завтра приду, нет, так нет, похуй, не видишь. А че у меня этот Чернобыль до сих пор душу сосет? Не буду мешать. Присосался. Потому что он душу сосет, за вчерашнего нуба еще сосет. Дал пальчик. Кому тут дать ПС-ку? Кто тут дать будет бить? Ну, закинул. Боб дал. Боб взял. Хороший бой. Я по мане прощал. Сейчас один захочу. Да не теряй пока. У топов мысли сходятся, да? Сосуна? А, не вариант. Чё? Да блокер эти собрать. Не, ну может? Не вариант вообще. Блин, ты тут? Ты трэш не убьёшь. Ну это да. Тут с этими мобами не надо наглеть, здесь официанты броню режут и убивают. Меня Андрей с дубой дал. Или станет, я не помню. Да, не станет. И станет, и броню режут. И набухивают. Да. Короче, вчера, короче, там в вечернем РТ, блядь, там, короче, Кирилл привел, блядь, вообще, блядь. Сперва взял в эту всю комнату, потом, блядь, ту вторую всю комнату, чего мороза, блядь. Там ФПС, блядь, было 4 нахуй. Андрей, это тебе своему все жить. Я каплю по Андрею дал. Я ему тоже свою вилку закинул на ХП. Юбу закинул. Есть ПС, когда дал Чернобыль. Все сразу упало. Вот как ты сказала про ПС, почему все упало. Ну блин. Хотелось быстро среагировать. Сказал, у меня со стола рядом бутылка. Блять, Петю сейвил и иди все равно сдох. Бля, как тебя убили, Андрей? Так же. Да вообще похуй, типа, там вовде танчит. Да его тоже не херово так пробивают, я просто у тебя было почти полное ХП, я не только что ебнул-то. Да они же броню ломают,
Типа, плюс, короче, это ебалами, типа, я вообще был, типа, этим, как называется, скелетом ебаным, и вот все. Чё, давайте это сразу, пока бежит, или чё? Или всё? Понял. Всё, бьём. Поставьте шкаф, пожалуйста. Крест, нахуй. Вот, нахуй. Короче, налево в крест первый Чернобыль, второй получается бойчик, третий... А чё у нас миллилитр дохуя-то? Почему? 5? А, ну ясно, налево, ладно. Короче, третий будет фугасы налево, значит, получается. Направо первый будет у нас никотин, второй сики, третий сацуна. Всё, всё. Прилог убирает эту хуйню пьяную? Надо умереть, не. Вроде. Это надо либо настройка включить, либо, короче, либо умереть, да. Такой вопрос. Я налево третий бегу, да? Все правильно? Запомнил? Да. Есть рыбка? Да, да, сейчас просто. Ну хочешь бегай ты, Малик, вообще без разницы. Господа, пожалуйста. Только если прилежишь, а не бегаешь, значит ты бегаешь все нахуй на этом точку. Так я бегаю или не бегаю? Вадим, будешь бегать? Что, давай. Блять, у тебя там хавка на меткость осталась еще? Не, бегаю, сейчас тоже. Нихуя, я вижу вас издалека, нахуй. Нажми Escape. Escape. Интерфейс, игра, по-моему... Искажение все равно будет, искажение все равно будет. Ну да, ну если освещение выключить, то эффект и графика, по-моему, не играет. Сейчас я уже за камень заделаю, и все. О, настройки графики! Ну, поставил, все хавать. По-моему, там эффекты и отображение блики, свечение призрака, эффект свечения, вот эти три выключи, и будет лучше видно. Ой, я на панде играю, вообще из алкогольного опьянения на персонажа не выхожу. Им тут мешает что-то. Настройки графики, потом эффекты, отображение и блики, включение призрака, эффекты исключения. Вот это можно вечно пьяным бегать. Ну, если ты вечно молодой, то можно. Ну так вот, выключи и будет немножко лучше. И у Коля спроси. Как можно. Точно, Тараса для Колина. А есть какое-то бухло похмельное, блядь? Да, надо какой-нибудь кефирчик придумать, чтобы выпил, ну, и как-то вот пьяный спал. Чтоб снимал один. Так, ладно, короче, давайте по теме. Все, если запомнили, сразу ебашим череп, диспелл сразу даем на пул медведя, бой забираю чисто мороза. Полностью. Симон, на редко сидеть, да? Пул, кину поездку, ва. Секундочку, я поменяю шмоточку, ну, окей, всё. Войт знает, как поменяться, типа, по стакам? Блять, конечно. Там он лютанчер. А тут ДД или пофиг? Я не могу... Кину. Жёстко ДД. Тут ДД, плюс лево ДД, банки, типа. Мэлик, печатку соло-цельную поставь. Диспел, диспел, диспел. Бля, я не могу, короче, это даже огромно бить, нахуй, заебали. Диспел. Чё, Чернобыль умер? Не знаю. Забери морозы, я не того затаунить. Диспел. Метка. Трусы ещё раз, трусы, 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 кто второй, трусы, трусы. Бучек. Invisible. Да не бейте череп, надо как-то бернуть по этого. Удали череп. Квадрат, квадрат. Я хуй, сейчас буду прожимать, а то все. Заберите меня одного моба. Звать на вара, можешь дать? Дал зубы, зубы, больше взять, блин. Я зубы дал. Себе.
Забафайте сразу вот это. Трусы еще раз. Малик там, третий, да? Чернобыль побежал. Мальдиспелл, да? Мальдиспелл, дай пачку сюда. Их будет свободно заливешь. Есть поезд? Рыбу есть. Поешь, рыбу на столе поешь. Сейчас я забыл про рыбу. Рыбу поищу. Закинул, ладно. Мази спел по-моему, да, и там вешает эти педали. Один раз, один раз, Саша, один раз. Я знаю, я даю два на всякий случай, потому что промахи пролетает. У тебя маны нет, ну нихуя. Ну сейчас гимн кастома. Квадрат, квадрат далеко. Вот рыба. Трусы. Блять, все промахи прошли. Опять. Блять, тоже сейчас будет фаза. Все, фаза началась. Забрал. Кира? Веру, веру, давай. Забирай. Тихо, забирай. Забрал, не надо все мили, потому что уедешь, да. Забирай. Есть поездка. Не надо. Там, отдам тогда. Забрал. Чернобыль. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Дизарм. Я впитал урон на мэр. Забирай. Забирал. Забирай. О, я Чернобыль отдавал, когда я отдал. Забирай. Забирай. Просил. Я Чернобыля кинул. Забрал. Забирай. Если по темпу поставь, пожалуйста. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Опять включили, да? Забрал. Дизарм. Забирай. Есть поездка, Влад. Забрал. Блять, только я по мане полностью сел. Жень, забирай. Себе, да. Бомжа спускал? Да, да. Сейчас подниму. Забрал. Чернобыль на пол. Блять, забери. Пиздец. Ну меня тупо не просили.
Без маны хила. Я кинул Женя без хила из маны, а я черного ля выпилил. Я хуй знаю, как вы без маны, блядь? Не, я Чернобыля бы хилил, он говорит, нет, пиздох, ему надо было чапинуться. Я там, Гера, когда? Есть чё по ХПСу? Чё там по ХПСу? Какой ХПС мана села у хилов? Какой ХПС? Не, ну я хилил сильно. Могут два ретрика флешками помочь, нормально будет. Типа и 7 не впад. Менять надо, А, у тебя, блядь, нету ни мета-сокета, ни получарки флэш. Про меня? Да. Ну да. Пойди хотя бы мета-сокет купи. Да у меня нормально по мане было, я уже установил ман потом. Сейчас было нормально. Под конец. Просто я не мог две цели кинуть, я получается Женя полностью по ману сел. Женя по ману сел, а я Чернобыль хилил в этот момент. Тебя как раз шотнуло, я уже навел на тебя и... Чё там? Ну я не знаю, что давай, тут, ну, тут... Бля, я не знаю, вы не должны по мане сидеть вообще, блядь. Типа, блядь, смотрите, РДшник, и чтобы, блядь, Жене было проще хилить, вы стоите тут вот где-то здесь. Вот. Дальше не надо, чтобы пак, он у вас пачкой хилил, цепной есть еще. И так же милики там пачкой стоят. Не надо, блядь, стоять хуй на рассыпано. Так и стояли. Ну я мало ли, я хуй не знаю. Хуй, я не понимаю. Не рыба. Да Женя МК дал сейчас все. Сейчас не сядет. Вон, ну это, по-моему, Элик тоже помогай вспышке света, как кольцо наверное. Куда в конце уже там. Восемь тысяч так-то нихуя помощь охуенно. Вот чего не хватает. Че, руку даем. Че. Есть ПС кого-то даю? Да, да. Похилите Войда. Где? Диспел. Танцы. Квадрат. Диспел. Сань, когда будем бить морозы, даже на второй фазе, короче, не забывай диспелить вот этих мобов. Они спешиваются кулак. Возьми любого в таргет и, блядь, вот снимай кулак обязательно. Рыба правый верхний стал. Правый верхний стал. Сейчас. Поставлю же морозов в трамбов, пожалуйста. Квадрат.
Брат, скажешь. Другой его сюда сдвину тоже. Я на правом столе рыбу заберу одну. Я побежал квадрат. Мы два моба же можем убить. Зачем? Или не надо? Нет, не надо. Я доберу на левом столе рыбу. Трусы. Ладно. Квадрат, не трусы, еще один трусы, черновой хорош. Сюда. На левом столе. Квадрат. Квадрат. Пока, Андрей, не могу диско. Есть ПСК, кому закинуть. Сейчас будет фаза, приготовьтесь. Пока забей, пока. Фаза гера будет. Я забрал. Забирай. Гера, отдаю, ребят. Игра. Да. Да, слушай меня. Забрал. Пропустил что-то Гера. Давай. Игра. Забрал. Игра. Забрал. Забирай. Есть поиска. 50 секунд. Угу. Забирай. Я тогда Чернобыль отдам тебе следующим. Забрал. Забирай. Чернобыль не отдал, еще Гера действовал. Безарм. Безарм. Первый тайм. Забирай. Забрал. Забирай. Сань, побежал ты джаги? Бежаги все. А, окей. Забрал. Влад, есть поиск. Забирай. Давай. Сейчас попрохидим Чернобыля. Забрал. Забирай. Спал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. 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 Пизар. Первый тайм. Забирай. Забрал. Забирай.
Забрал. Забирай. Забрал. Мат поиска где-то секунд 10 будет только. Да, я тогда черно буду. Забрал. Да, я сейчас гим дам. Забираю. О! О! Сова, привет, нахуй. Да, да, да. А может так не было? Да, сама нас спросили. Давай я вас потому что силы у нас дырявые, нахуй. Эх. Плаща нет, жалко. Нет, Женька, забирай ты меня, типа твин. Тебе нормально. Так и было бы. Ну да. Так и будет. Чернобыля просили, или что он там, что он? Да, блядь. Капу, вот ты чё, блин, Андрюха? Что? Да сам Андрюм чё-то. Да я знаю, я шучу, можно? Ну просто капу, блин. Вот в смысле, вы хотите, чтоб слова дамажила, не? Он нет. И то, и другое заронил, понимаете? Одно на распыле, другое на нужно. Там куча тем на форуме, если что, про капугу. Поищите нормально. Ты людей кикаешь, люди, они мне кидают на лут, ага. Там есть такая тема, почитай нахуй. Какая тема? Да там пиздец был вообще. Это про толкит? Да. Не, ну там не кикнуть было не грех, скажем так. Нет, так ты его кинул в зелье, короче, а он меня кинул на лут, нахуй. Ну не знаю, вот я сорил как мог. Чернобыль вот он спас. Он просто подбежал, дал вот 7000 и убежал дальше. Ну так я ж про это и говорил. 30к ДПС у Вара, это как? Как он все на ускинул? Ну я по тебе просто пока эту херню закидываю еще. Нет, я всегда 20к, потом здесь 30. О, я же по 4 целям только бил. Нет, ну, плюс дополнительно. Дополнительно каска. Это ведь потому что оворк и все нахуй. Не, нет. Это все 2% силы, 100%. Раньше ж такого. Ну 2% силы может быть, 2% силы может быть. 10% от касочки. Еще одну. Ну, по 2% силы. Короче. Херня, все равно хочу быть рейфансом. А парьер, а крит как нажмешь, ух. Какой крит как нажмешь? А я хочу эльфа, чтобы крит у меня был, короче, нажмешь, чтобы саппорт у меня был еще. Вот в тень, чтобы не дохнуть, а так грамм. А мелт вроде не моментальный сейчас. Влад, я сейчас тоже бы отдам. Че, вы переделали опять что ли? Либо полсекунды до ухода в инвиз, либо полсекунды ты стоишь в инвизе, и типа в тебя косты могут полсекунды просто дожиться. Чё-то такое. Нет, кто на речь, он нагр сбрасывал в ноль. Именно в ноль, а куда? Ты идешь, еще из плюсов. Ну, да, свой бил. Еще из плюсов она этот на гневе снимает. Луч. Кстати, Влад, инвиз тоже на гневе луч снимает. Да? Да? Да. Только надо пробежаться будет, то есть... Глыба, инвиз. Глыба не снимает, кстати, походу, а инвиз снимает. Как не снимает, если бабл снимает? Все снимается. Ну. Снимается? Нет. Глыб... Ну, вот насчет глыбы... Херу, глыба, она снимает, снимает все, как и бабл, снимает все и магические, и физические дебафы. Поэтому она снимает. Ну, почти. Может быть. Ну, имеется в виду большинство. Конечно, обморожение синдры не снимается, но если ты бабл берешь, то, то оно не накладывается. Но сниматься не снимается. Кстати, да, поэтому, когда синдру добиваю, я вставал палом, завтра с меня стаки спадут, у синдры остается 300 хп, я даю бабл, бью под бабл, чтобы у меня не было стаков, если вдруг что-то попадет по пизде, я даю за бабл. Есть квест. Давай. Я кастую, ёлку.
Да. Если что, готовлю зубы к тебе, кастуй. Дать Петя, Петя зубы отдал. Ну, пиздал. Я под зубами. Я зубы Петя отдал, сорян. Его убили. Я под зубами, я могу. Все-таки забрал тебя с собой, да? Ой, ты сегодня на Толгороде вихрь дал, мак отъехал, не дружал и стал. Типа на вихрь. Чё? Причём он просто рядом пробегал мимо, ну конечно. На УПУП Аркана. Невероятно приятно. Для богов. Вы ещё не на БГшках побегла, ебал, чё? На БГ Аркана играть, это вообще лютый кайф, нахуй. Вот я сегодня бегал за этими арканами. За францами не побегаешь, они постоянно примораживают, а за арканом спокойно бегаешь, выглядишь. Не, ну если аркан шарит, то ты хуй с ним тоже побегаешь. А что он здесь? Замедление. Замедление по КД кидает и все. Да? Самое неприятное замедление из всех. Ему главное у тебя чтобы выжать, да, чтобы да, выжать и рефлекс слоится. Да, 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 да. Да, ну, да, мы ужили, да. Ну если он ПВПшный, я так. Не, ну да, да, да. Убьешь. Не, ну да. Ну вот, вот, да, вот посмотрите, замедление, заебатая тема, да? Не ужили. Ладно, я не хочу спориться. Ну посмотри, Эленка, ну, блядь. Этого достаточно, чтобы его ушатать, ты шо? Это орка? Ну вообще, орк кто-то. Да. 5 секунд так, похуй на ваше замедление, понимаешь? 5 секунд. За 5 секунд там пролетает 3 крита и никуда. А Фрост, он да, он консерва урона не хватает. А по аркану чпок-чпок-чпок. Ну как ты по 7 косарей, блядь. Не знаю, мне аркан нравится, но там просто. Не, он прикольный, попали стрелы, сдал стрелы, типа упал нахуй. Ну да, если его не фокусит. Он как хан, стоит на рыже и разъебывает просто все и все. Не, хан классный в плане того, что он просто вспышку херачишь и уже там люди отлетают, щелкают. А что, на БГ уже арканы бегают? Файры? Сегодня я на БГшке бегал, 3 аркана было. Я пока бегал на БГшке, блядь, одни файры, блядь, бегали. Куда, куда не плюнь, блядь. Свечку попадешь. Куда ни плюнь, она не долетает, файл сжигает, да? Можете поздравить, я нашел драйвера нормально.